Всем привет, друзья, с вами Стормин. Продолжаем играть в Conan Exiles Savage Wilds. И сегодня поговорим о доспехах Кхари, или кхарских доспехов. Итак, друзья, давайте посмотрим это место на карте, где мне удалось изучить этот рецепт. Итак, вот это место, недалеко от Цистерны, если кто-то знает это место. Кстати, у меня есть видео про Цистерну. И там же можно и найти кхарскую сталь. Итак, друзья, ну и не только там, в принципе, вообще по карте ее достаточно много. Итак, вот здесь мы находим журнальчик, который можно почитать. Также здесь это место охраняют шагайские трутни. Ну и вот, мы изучаем надсмотрщика, налетчика и солдата кхарского. Ну а теперь что ж, друзья, нам остается посмотреть в талантах, что из себя представляет каждый набор. Давайте сейчас откроем окно талантов. Итак, вот, сейчас забьем кхари. Ну и посмотрим, что каждый вид из себя представляет. Так, что ж, налетчик. Вот так вот выглядит. В общем, чтобы более подробно разобраться, давайте сначала здесь посмотрим, а потом все-таки скрафтим. Я думаю, что кхарской стали у меня хватит, так как частенько она мне встречалась, и не выбрасывал я ее все-таки. Думал, что пригодится, и вот действительно пригодилось, нашел это место. Итак, друзья, давайте сейчас отправимся домой и скрафтим все это дело. Ну что ж, все уже готово. Давайте начинать, друзья, облачаться. Начнем с насмотрщика. Давайте оденем всю экипировку. Посмотрим по доспехам сколько. Итак, доспехи 140, вид доспеха легкий. Так, ну это понятно. Давайте посмотрим визуально. Вот так вот он выглядит. В принципе, красиво, неплохо. Идем дальше. Давайте посмотрим на летчика. Да, здесь мы уже видим по шлему, друзья, такой более какой-то грозный, устрашающий вид. Ну, действительно, в принципе, налетчик и есть налетчик. Да, ну такой, в общем-то, да. Ну, налетчик, одним словом. Ну и давайте посмотрим, как выглядит солдат, кхарский солдат. Так, начнем со шлема, ну и все остальное. Доспехи уже под 400, и вид доспеха средний. Ну что ж, вот здесь такой серьезный дядька, солдат, боец. Ну что ж, теперь вы знаете, где изучить кхарские доспехи, а у меня все. До новых встреч!